Решение совета стало для меня ударом. Но план Мельника подарил мне надежду. И вот вновь я отправлялся наверх, в город, искать секретный командный пункт. Артём! Наконец-то! Вот ты где. А мы уже волновались. Помнишь, что надо делать? Нам нужно попасть в военные архивы, а не где-то под главным залом. Ладно, хватит морозить себе пушки. Пойдем внутрь. За мной, ребята.